На Оренбургской улице возле дома Мартьянова по вечерам и ночью можно наблюдать драки мастеровых, доходящие до поножовщины. Так в ночь на 29 января 1902 года драка началась в 7 часов вечера и продолжалась до 12 ночи, когда полиции с большим трудом удалось разогнать толпу. И это продолжается едва ли не каждый день. Сколько же можно? Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».